В общем, вот здесь вот прямо под хлопьями московита был этот кристалл. Сейчас попробуем дальше. Если это подтвердится, то расширим горловину. Может, еще что-то другое сделаем. Послезонорное такое чувствую. Послезонорное? Ну, оно называется коричневое, называется послезонорное. Но это наверное, просто отожженное. Да вряд ли. А это что у тебя? Маленький, половинка маленького кристалла. Дымчака? Дымчака, да. Дымчака. Тут вот целый большой кристалл стоит. Да ну, ты... как целый? Да ты что? Ну, не целый, это, видимо, какая-то половина. Это кристалл? Это кристалл. Чего? Шпата? Нет, это вот дымчака. Дымчака. Красота какая. А вот то, что откололось из того кристалла. Наверняка. Точно. Нифига себе. Нет, это другой синт. А, да, нет, осколок. Нет, это от него. Наверное. Только вот как его применить? Конструктор, блин. Да ладно, Саша, это не суть важно. У нас времени нет. Я знаю, мне просто интересно. Этот конструктор ты дома будешь делать? Так надо в один отдельный мешок только. Слюдки нет такой, да, этой? Московит есть. Московит есть, но мелкого московита нет? Нет, серицита нету. Серицитовый такой. Не это знаю, куда родился. Это плохо. Куда делась? Должна быть теоретически-то здесь, если это занор, а если нет, то да, и не должна. Ну, если катман, то с такими кристаллами это... Ну так, ну, большой, конечно. Ты комментируй, если что найдешь. Если я что-то найду, то вот. Я снимаю просто твою процедуру. Кукситовая слюдка. Ну это так, это на шпате, она везде по жизни идет. Конечно, встал не так. Вот так надо. А, это, наверное, не кристалл. Да нет, наверное, уж подозрительно. Подозрительно большой? Подозрительно большой. Да нет, наверное, просто кармашек был какой-то. Наверное. Наверное. Сюда глина не такая. Глина не такая. Берил не в такой глинке бывает. Да это вообще какой не занор, наверное, такое чувство глина. Ты бы сказал, межзаноршевая какая-то. После заноршевая, как угодно. А вот еще один кристалл. А вот еще один. Да? Да. Интересно. Как вот вгрызаться сюда вот неохота прямо. Ну давай я долблю. А не получится вот эту штуку снять? Или вот эту? Ну давай я подолблю. Сейчас. Давай. Расширим горловину. Осторожно. Такие моменты надо снимать. Да, как-то не могу никак подобраться. Время 17:01. С одной стороны вроде здесь все понятно. С другой стороны... Это кристалл все же, да, вот этот здоровый? С одной стороны шпат, а с другой стороны кристалл. Вот кристалл, вот шпат. Вижу. Наверное, шпат, а может и нет. Тут глина, непонятно. Вот это же, ну, точно шпат. Всем известная. Которая Софья. Александра Софья. Александра Софья. А это чай. А ты там сахар положил? Пополам разделил по-братски. Угу. Сахар кончился. И размешал поди еще. И размешал. Ложкой в ложке вымыл. Вот эта ложка. Я ложки... Это я мешал, это чай не лезь. Чай не лезь, это вон той. Что, и ручкой нельзя лезть, что ли?
Рос, ложки я тоже мыл. Ну расскажи что-нибудь тогда хоть. Ну что пока рассказывать. Мы сейчас решили занор не брать, потому что так весь материал на стенках убьем, как уже бывало не раз. Решили снимать камни. А там уже видно будет. К концу третьего дня дошли вроде как до занора. Даже не сегодня, может даже завтра под вечер только сможем к нему приступить, ну не важно. Главное качественный материал достать. Это еще надо месяца три работать. Ну все, едим. Голод не тетка, он же и не дядька. Хорошо. Сейчас чайку дернем. Да, неплохо было бы. Ну что, ты что-нибудь скажи, а то ты на камере-то еще не попадался. Все, я, да я. Как и на фотоаппарате наоборот. Эту мою яму били 4 захода, наверное, это место. Дня по 3 с Сашей, без Саши. И вот сейчас вот, похоже, вышли на занор, но еще неизвестно. Угу. Потому что глинка не такая. Она хвостовая занорная. Знаешь, я тебе говорю, как после занорная, в хвосте. Но если там не будет перила... Пойти повеситься. Да, это вообще тогда труба. Нужен аквамарин. Нужен гол. Это запомнил на всю жизнь. Даже веселее стало. Ну ладно, давай. Без комментариев. О, победа. Посмотри на камеру. А? Посмотри на камеру, говорю. С такой тещей. Не поднять. Понял? Да, не говори. Подожди. Ничего. Все, еще разок. А? Еще разок, говорю. Он прямо туда упал, да? А, там подушка уже, в безопасности. Все, обгоревшие. Да, интересно. Под этим слоем, наверное, ну, сколько, метра два, наверное, вниз. Рано еще радоваться. Саша, такие листы мусковита вытащил. Вон я даже. Вон тут смотри, какая каша, берешь так, нагребаешь. А это как занорная, да? Ну, это не занорная, к сожалению. У меня такое что-то. О, какие листы мусковита вообще. Красота. Но. Тут внизу пожалуй есть. Смотри, может занор-то отсюда начинается? Нет, там мусковит все. Пока нет, я не вижу пока.
бей по концу. Жадный. Саша, надо все и сразу. Жадный. Добей по концу, что ты? Вот. Победа будет за нами. По-любому. Все. Он победил. Пачки мусковита, да, идут? Да. Да, да, да. Завтра будем... Ух ты! Горячая. Используйте чистящую кассету. Вон что она. Вон что она нам показывает. Ну, видишь, что? Какие пачки. Сейчас посмотрим. Ага. Видишь? Да. Сильно, да? Занор уже. Занор? Да я не знаю, но если занор, то горловина его только сока. Самая-самая. День заключительный. Только-только начали. Мы еще сегодня не снимали ни разу. Слушай, нет. Фокус хочешь? А фокус? Фокус? Давай. Бьемся в целом называется. Дыра. Дыра, вон это. Пику, на. Дыра, и главное, там это самое, пустота. Ни песка, ничего, первый раз такое в жизни видим. Сейчас мохнатая рука оттуда. Вон пика входит столько вот. Нормально, странно. Черт, что это такое? Не знаю. Вообще удивительное дело. Первый раз такое видим. Главное, на такой глубине. И ни песка, ничего. Ладно бы еще то было. Сейчас расширим и посмотрим. Мы свою руку туда. А в целом итоге неутешительный. Основной занор, который там, где папа сидит, вот, где попа его. Да я покажу мы, даже. Да, мы так и не смогли добиться до него. Вот там вот. Он единственное, что там был один кристалл дымчака. Маленькая полость. Один кристалл дымчака, один кристалл мусковита маленький и один кристалл берила. Все. Но это в другом месте, не в этом. Нет, это в том месте, в том. А, не, не в этом. Ну, не в этом имеется в виду. Вот. То есть, будет там занор, но когда, хрен его знает. Ну, ладно, а сейчас... Отец Света его берет. Будем мохнатую лапу смотреть. Так, началась, похоже, непогодка. Вот такая у нас уральская осень поздняя. Ничего не видно. Снег. Класс. Дует дальнего. А зачем я тебя вертикально-то снимал? По телевизору-то вертикально будет. Да. Дорога замерзла.